Всем привет, ребята. Сразу хочу извиниться, что долго не выходили ролики, как бы про House Sleeper. Короче, у меня времени не было. Сейчас так буду мне объяснять. Снимаем дальше его. Вот мой домик после вчерашней, после прошлой серии. Хотя вчерашняя это не называется. Идем работать. Последняя работа у меня еще есть одна квартира. Погнали, сходим к ней. Какой-то бабушке старой. Окей. Продолжать. Да куда? Ребята, если вы хотите, чтобы дальше выходил House Sleeper, что я хочу, конечно, то ставьте лайки. Если на этой серии наберется лайков 5, нет, давайте 3 лайка, потому что у меня поддержка там снизилась. 3 лайка набирается, я продолжаю снимать его. Не набирается, то все. House Sleeper больше нет, потому что он не заходит. Ставим эту метку. Еще упала картина, у нас упала опять. Чистим от грязи. Сразу так пустя прям. Конечно, я реально жду поддержку. Там просмотр 10 штучек, например. Там лайк в 5. Ну, это вы решите, уже ставит или не ставит лайк. Не вижу. Паутинка. Где? Не могу найти. А, нашел. Рассвет Бритоля. Может, это не Эрл Грей, но что это больше. О, фигня. Опа, красота просто. Ля, красота. Красота не взять. Понятно все. Красим красочкой. Надо будет взять краску. Ну, последний раз, походу, взять придется. Начнем с этого. Угу. Нет, я рассчитал. Теперь здесь докрашиваем и тут закрашиваем. Беленек, значит. Да? Окей. Сканер. Беленеку я знаю, что это краска. Ну, там самая первая почти. Чисто побелить потолок, значит, надо. Понимаю. Хочется белый потолочек. Краска закончилась только что. Мне еще только же надо будет взять, получается, и готово. И все получается, да? Да. Закончу, наверное, сейчас. Не серию, конечно. Ровно. Продать. Маленькая комната. Сидя, где эта маленькая комната находится, никто не знает. Ты? Это кухня. Окей, кухня, ты кухню убирай. Мои окна. Как же без этого? Окей, мы мои окна. Угу. Если кто-то досмотрел до этого момента, пишите кодовое слово. Псит 2020.
Смотрим, кто напишет хит 2020. Будут ли вообще такие? Мне интересно. На грязи, конечно, у вас тут многовато. Аж плиту загадили. Холодильник? И вы на святое посягнули. Зря. Ну, я вам этих не дам. Маленькая комната, вынеси мусор. Так что, я знаю, где ты находишься. Сюда. Гостиная, значит. Маленькая комната. Понятно, все. Расписано. Ты останешься тут. Обратно иди туда. Промыли. Ох, какое окно. Гигантское. Давай, вернись. Желтые два одинаковых окна, нет. Типа, нельзя их вместе мыть. Ну ладно. Давай будем вернуть. Окей. А, цепочка, да. Сюда давай. Свечки. О, еще по отдельности остро носить. Кстати, на полу. Пум. Грязь очистить, да, что там надо? Действительно, конечно. Опа, что там? Нет, не грязь. Нашел. Бледный апельсин. Побледнело. Господи, идите нафиг с такими названиями. О, страшная краска. Мой. А, краски нет. Ну да. Ну да. Пьем. Блем. Блом. Вот не докрасил. Так, окей, давайте докрасим ту. Оп. Кстати, шторы, кажется, покрасились. Интересный опыт. Не хватило. Накрашивай давай. Нашел. Стол столярный купить, не надо. Спасибо. Да, мне магазин нужен. Стол, стол. Столяр. Стол столярный.
В конце концов, кусок дерева и металла не делают из вас плотника, реально. What? Офисное кресло сбережения. 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 Чтоб я мог выйти, я так поставлю его, пожалуй. На выход. Прямиком в гостиную. Может, сегодня вечером еще выйдет ролик. Я посмотрю, если у вас будет 3 лайка на данный вечер. По моему времени слишком. О, хорошо. Так, правильно так. Не могу найти грязь. Грязь, мусор. Нашел. Нет. В мои окна. Умываем. Давайте. Вымыть окна, бросьте. Да вы офигели? А не сами брать там все. Бабушка цветая, блин. Игрушку. Шаблон. Штукатурь стены. Штукатурку давайте купим. Сначала. Красиво намазывается. Сканер. Продать. Простирающиеся. На краски на 24 штуки хватает, значит на 22 тоже хватит. Хотя там раньше. О, хрустнул. Бери. Краска. Или красил. Зим. Окей. Какое это закончится? Конечно, ребят, не забывайте ставить лайки. Наверное, сейчас закрасим. Сейчас надо быстрее наделать. Не можем больше взять краски. Окей. Да, пустой. Докрасить. Успел? Да, я успел. Так, я рад. Стол столярный. Спасибо. Столяр. Сбережение. Ванная, вынеси мусор. Хуба. Задрана такая. Еще в ванной окно без штор, конечно. Действительно, давайте. Ее не даст раз. Чего с тебя снять? Ты гонишь? Да. Ура. Скоро закончится задание. Плесень у вас тут живет, конечно. О! Лариби. Кто делал то, что...
Ладно, чистим тут. 5000 осталось, а было 10. Пипец, конечно. Не что забираете? Грубая. Давай-ка находим в тумбочке. Ну, блядь, это, конечно, буду рекомендовать ваш вкусный. Спасибо. Продолжайте. Все, ребят, на этом серия House Sleeper закончилась. Ставьте лайки. Всем удачи. Всем пока.